Сын вице-президента ГК Ташир за рулем Lamborghini сбил девушку на электросамокате на светофоре. ДТП случилось прошлой ночью на Пресненской набережной в центре Москвы. 28-летний Эдгар Иваян, сын владельца одной из крупнейших промышленно-строительных компаний Артака Иваяна, гнал на люксовой Lamborghini по Пресненской набережной. В районе одного из домов водитель проскочил на красный свет и сбил на зебре 19-летнюю Ирину. В этот момент девушка пересекала дорогу на самокате. Было установлено, что 19-летняя пострадавшая Ирина пересекала проезжую часть на электросамокате по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент ее сбил 28-летний Эдгар Иваян. Потерпевшую срочно госпитализировали в больницу с различными травмами. Врачи диагностировали у Ирины множественные переломы и ушибы. Нанесенные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Известно, что водителя задержали на месте ДТП, мужчина не скрывался. Оперативники доставили 28-летнего Эдгара Иваяна в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Отец водителя Артак Иваян, совладелец и вице-президент группы компании «Ташир», одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленно-строительных групп, в состав которой входит порядка 200 компаний и предприятий.